Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на игровом канале Стича, и мы с вами продолжаем проходить игру под названием Зомби. Это у нас с вами 13-я серия. И цель у нас с вами добраться до церкви, где, если я не ошибаюсь, люди у нас с вами просят о помощи. Так, снаряга, спасти девочку. Так, второстепенно это достать доктору 7 писем. Еще 4 висит, 3 нашли. Живой говорит, что нет смысла спасать девочку из церкви. Но кем же я буду, если даже не попытаюсь помочь человеку? Добраться до собора Святого Георгия. Ну кем ты будешь, чувак? Ты никем не будешь, ты будешь мужиком, блядь, который выживает, а не который, блядь, идет на какие-то сопли. Так. Цель пока что показывается здесь. Не понял. Так, все понятно, что такое. А куда идти? А, идти-то сюда нам с вами надо, кстати, верстак. Верстак тут ничего такого нету. В принципе, мы все это сделали. С прохождением дожить до рассвета, как-то я немножко тут все и позабыл. На самом деле. Я думаю, я приду в себя тут по-быстрому. Кстати, еще, знаете, еще хочу что посмотреть. Где наш рюкзак? Вот, у нас еще есть с вами снайперка. Еще есть снайперка. Хочу проверить этот ящик и отправляемся все-таки. Откровение гласит, смерть породит жизнь, и человек будет навеки низвергнут в чистилище, а те, чей срок земной завершен, не обретут покоя, ибо смерть отвергнет их, окутав мир серым проклятием. Вот так вот. Так, ладно. Отправляемся сами к церкви. Я надеюсь, что все будет хорошо. Эта игра постоянно держит напряжение, поэтому так же, как в принципе в игре «Дожить до рассвета». Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Прохождение у нас с вами идет на канале. Интересная достаточно игрушка. Так. Все проверяем. Дверь заперта. Стеллаж пусто. Вещь. Так, кстати, тут, смотрите, вещь, какие-то документы есть. Давайте глянем. Газетка. Очередная газетка, да? Вырезка из газет. А нам с вами, по-видимому, вообще надо его идти вот сюда. А, вот эта дверь, все понял. Фонарик. Тут тихо пока, спокойно, но я не думаю, что добраться до собора. Так, взлом. Взламывай. Открыто. Я, если честно, думал, сейчас зомбаки полезут тут со всех сторон. Найти девочку в соборе Святого Георгия. Не зря вот этот вот, я считаю, пулеметик тут стоит. Это не просто так, я думаю, в конце нам сами придется защищать убежище. Мне так, по крайней мере, кажется. Так, вроде ничего пока больше такого нету. Сверху еще что-то есть. Дверь забаррикадированная. Кстати, мы с вами удачно в прошлой серии выжили. Вот что я вам скажу. Нас с вами там чуть зомбаки не съели. Попали мы с вами в очередную ловушку после яслей. И нам пришлось с вами, так скажем, не сладко. Спускаемся вниз. Играем мы с вами за администратора. Он у нас с вами достаточно долго уже прожил. И мне как-то неохота с ним прощаться. Хотя, что стоит человеческая жизнь в это суровое время? Да ничего, абсолютно. На одного больше, меньше человека это... Так, улучшение. Улучшение разброса. Улучшение разброса. Мы и так уже вроде все улучшили. Так, тут вроде спокойно.
Еще раз осматриваемся. Спасти девочку в соборе Святого Георгия. А кто вообще сказал, что это девочка? Может, это девушка? Выйти? Если будут зомби, мы сами сразу же заходим обратно. Главное не паниковать. В любой ситуации есть выход. Это самое главное. Спасти девочку. Так. А чё такая темень? А чё такая темень? Я не понял. Что это такое? Какое-то граффити, что ли? Так. Движение. Видим с вами движение. Впереди. Так, не выходя с этой щели, мы сами начинаем тут все это осматривать. Хозяйство. Тут вроде никого нету. Как никого нету, блядь? Я же слышу, что кто-то тут и есть. Одна цель, по крайней мере, рядышком с нами, вот справа тут-то. Стоит где-то. Кстати, прямо рядом с нами. И чего я так суечусь? Ладно, если она не врет насчет припасов, давай попробуем добыть хоть часть и не угробить твою жизнь. Давай, но давай. Но отправляйся на легке. Если это ловушка, потеряешь все. Так, зомбак лежит. Двери главное не закрывать. Я это уже сделал выводы из одной из серий, когда меня чуть-чуть не убили из-за того, что у зомби есть граната. Отлично. Вот и все. Так, так, как их много, а? Так, ублюдок, ну если ты будешь один... Я даже свет тебе включу, чтобы тебе было лучше видно. Вот и все. Набегался кабанишка. Патроны для карабина. Так, а карабин это же у нас с вами... Мина? Так, отходим. Так, пониже берем. Пониже берем. В принципе, я думаю, мы с ними справимся своими. Отлично. Так, еще и мина осталась. Не берется. Рюкзак полным. Разве? А, у нас с вами две доски, да? Не, ну доски мы все-таки оставим. Доски нам нужны. Так, зомбак, пусто. Еще, знаете, хочу что проверить. Хочу взять гранату. Не хочет брать, тогда придется выбросить доски. Такие доски не так важна, как граната, я думаю. От гранаты будет толку больше. Вот она, да, родненькая. У нас, кстати, две должно быть, если я не ошибаюсь. Зомби, еще одна граната.
Да, граната не прибавляется. Одна плюс одна плюс одна. Придется вот именно вот так вот, с помощью таких вот манипуляций, менять гранату на доски. А они нам предлагают сами слезть сюда, представляете? Эти идиоты думают, что я такой дурак. Так, один готов. А, родненькая, ты сюда? Ну давай. Ну, давай, 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 иди. Иди ко мне. Крошка. Готово. Коктейльчик Молотова. Ну, блин, ребят, вы прям заставляете мне что-то... Что-то выкидывать, что-то брать. О, сигнальный огонь выбросить, что ли? Коктейль Молотова может нам, кстати, спасти жизнь. Я думаю, лучше поставить его, потому что граната у нее... Она может, по крайней мере, и нас тоже задеть. Так, на два поставим это. Так, и биту для крикета возьмем в правую руку. Так, один готов. Там мина, сука, спереди. Так, или что там такое? Или там не мина? А мина, да. Тут арбалетные болты. Арбалетные болты. Так, она, короче, может взорваться, представляете? Вот сучка. Вот так вот. Мы с вами это сделали. Да ну нахрен, это что такое было? Ох ты, блядь. Готов. Люди, наверное, разработчики рассчитывали на то, что я тут нарежу в ужасе в сторону куда-нибудь. И тем самым создам такую панику, да, в своих рядах, и меня тут зажмут. Да нет, такого сейчас не пройдет. Самый лучший способ вот это идти назад. Кстати. Ну, вылезли два зомбака. Один вообще ползучий. Так, дверь заперта. Толкнуть? Тут что такое? Походу где-то зомби стоит. Эй, ублюдок, полицейский? Отдыхай. Отдыхай, чувак. Кстати, можно слазить туда. Посмотреть, что тут будет. Так, я смотрю. Вроде ничего такого нет. Какая-то комната, типа... Типа потайной комнаты, что ли. Патроны для пистолета. И зомби, пусто. Зарядка C4, отлично, кстати, нам... Взрывчатка очень даже нужна. Она нам поможет, кстати. Взрывчатка. Это круто. Так, ладно. Блин, фонарь практически полностью разрядился. Это печально, кстати.
Так, и чё? Проскользнул. Не понял. А, это обычный фонарь. Так, готов, ублюдок. Пусто. Да, зомби лежачий, он показывает, что якобы тут никого нету, хотя за углом, сами видите, лежит зомби. Вот так вот надо проверять каждый угол, если не хочешь. Да ну нахрен. Так, тут пусто. Нам предлагают пойти сюда. Ладно, пока подзарядимся. В принципе, можно поскользнуть в стену опять. Но я слышу, тут кто-то есть, определенно. Эти ублюдки здесь. Ага. Так, тут-то кто у нас с вами? Сколько их? Блять, их там такая толпа. Может нам поставить сами мину? Сколько у нас с вами? 24 патрона. Вот так вот можно сделать, смотрите. Пока нет, пока нет. Я не хочу это делать. Хочу убить этого ублюдка. Так, еще три тела. Три. Почему-то один коктейль Молотова. Как вы думаете, они встанут или нет? Так, этих сразу добиваем. Просто отлично. Патроны для пистолета берем. Где, кстати, коктейльчик? Так, коктейльчик пока он нам сами не дает брать. Это что такое? Это шоколадка. Телефоны, смотрите-ка. На них тут неплохая вечеринка была. Пивко они тут попивали. Нормально, так скажем. Я хочу всех их выманить сюда. Этих ублюдков. Кстати, камера, смотрите. Тут есть проход или нет, мне непонятно. Так, отходим. Ублюдки. Ну чё, подходите, сукины дети. Двое есть. Они ползут или нет, я не понимаю. Сколько, кстати? Ах ты, сука!
Так, отходим. Пролазим. Ну, сука, давай сюда, иди. Готов. Кстати, нам эта мина очень даже помогла, я вам скажу. Зря коктейльчик, правда, потратили, нет? Нет, один все-таки сгорел. Но у нас с вами еще есть один коктейль. Сейчас мы с вами его возьмем. Так, где он? Где он? Где он? Где он? Я его не могу найти. Отлично. Фух, ну, просто, не знаю, нервов не хватает. Так, что у нас с вами? Так, вот так, наверное, все-таки оставим. Ой, господи, что я натворил опять? Кнопочки тут какие-то понажимал. Так, тут бита. Коктейль тут. Дробовик здесь. Граната на это поста. Три патрона для дробовика. Кстати, а для чего тогда под те патроны? А, это патроны для пистолета. Хм. Давайте пистолет, что ли, возьмем в руки. Вот так пока ставим. Четыре обоймы получается, то насколько или нет? Еще два патрона висит. Так, три гранаты. А если так, допустим? Да, можно так сделать. Можно две гранаты поставить. Ну, не знаю, вот так вот пока ставим. Хотя пистолет нам тоже нужен. Все, короче, не буду я заморачиваться. Ставлю пистолет. Все, идем дальше. Кстати, сколько их подорвалось? Большая аптечка. Так, запертая дверь. Ты смотри, а? Тут что-то есть. Ха, никогда не лази в ставни, да? Так, не понял. Почему сзади у меня появилась точка? Или тут где-то зомбарь лежит? Так, телепорт. Я ничего не понимаю. Тут где-то, похоже, телепорт. Если телепорт, тогда я сейчас поставлю большую аптечку. За место коктейльчика. А, это глушилка, твою мать. Давай уж налево, это глушилка. Так, отбегаем. И что это такое? Туалет. Так, сука. Отдыхай, сучка. Патроны для пистолета.
Так, смотрим. Блять, ну нам надо сами не туда идти. Ладно, мы тут посмотрим, что тут такое. Ага, тут тупик. Нахрена тогда все взорвали это? Решение скорострельности, двери. О, блюдок. Ой, как тут всего много, а? Вы бы знали, дорогие друзья, как мне неохота нахрен сюда идти. Все-таки возьмем мы, наверное, за место аптечки этот коктейльчик. А вон она, кстати, глушилка, смотрите. Блюдок, сука. Хорошо, хоть мы не подошли сюда. Так, тут уломится зомби. Блюдки, я бы кинул бы вам бы, конечно, бы все это дело. Потом бы резко бы убежал от вас. Дверь заперта. И чё? О чем это говорит? Так, я просто не соображаю, что нам с вами тогда надо сделать. А, нет, в вентиляцию нельзя залезть. Почему тогда тут ничего не происходит? C4 вроде взяли, все взорвали. Нахрена эта дверь нужна? Я, если честно, не понимаю. Ха. Интересно. По-видимому, сюда надо куда-то идти. Ублюдки, а? Дверь заперта. Блин, я, если честно, дорогие друзья, не вкуриваю, что надо сделать. Тут ничего нету. Что-то, короче, я затупливаю. Может, нам надо как-то сюда сами попасть? Дверь заперта. Ну и чё? А! Ты смотри, а? Я туплю. Реально туплю. Смотрим. Так, стрелочка. А, можно это двинуть. А, все, я понял. Требуется ввести код. Дверь с кодовым замком. Так, отходим. Отходим. Так, ублюдка, ублюдина. Так, ты пока ползешь, я подзаряжусь. Все, тут и все чисто. Так, можно толкнуть. Пока ничего не толкаем. Дверь закрываем. Баррикадировать ее не будем.
Этого вырубаем, чувака. Пусто. Все пусто, а? Ты смотри. Ничего тут такого нету. Нахрен вылазим. Проще так вот посмотреть, да и все. Так, убрать преграду. Нет, пускай пока она стоит, эта преграда. Она нам с вами не мешает. Вести код. А кто ж его знает-то, код этот? Так, патроны разве у тебя? Так, 3 патрона. Хорошо, отодвинем. Так, подзаряжаемся, подзарядим с вами сейчас тогда, я думаю, фонарь. Ну и в следующей все-таки серии продолжим с вами прохождение зомби. Я надеюсь, вам нравится, дорогие друзья, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Оставляйте свои комментарии, ставьте палец вверх. Вам большое спасибо за внимание, за то, что смотрите. Ну и всем до новых встреч. Пока.